Уже горел красный, но японский внедорожник упорно продолжал движение по бассейной улице. За рулем была дама 45 лет. Она чуть притормозила на рельсах и поехала дальше. А в это время в правом ряду двигался белый БМВ. Водитель не предполагал, что кто-то мчит на красный. Удар был такой силы, что Мазду развернуло, а БМВ отлетел в двух пешеходов. Одному 60, другой 20. А затем врезался в кофейный киоск. А там была девушка 19 лет. В больнице трое пострадавших. Один из них в реанимации. Полиция выясняет причины аварии. В результате аварии 68-летний мужчина-пешеход в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Также пострадали две девушки, которые с травмами средней степени тяжести были госпитализированы. Полицейским следствием по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью».